мы говорим открытие Америки Колумбом, это не та Америка, да? Это 1492 год, а Америка названа Америкой по имени ее открывателя Америго Веспуччи. Это 1501 год. Это спустя, значит, сколько там? Лет 10, да, после открытия Колумба. 1501 год. И до 17 века она была пустыней, Америка. Пустой материк. Только там было, только была испанская Мексика и Флорида заселенные. Представляете ли? Да. И я в восторге просто читала описание Америки. Какая просто удивительная, благодатная страна это была. Когда где-то все даже выписывала я. Дичь всевозможная. Рыбы полно, богато всякими ископаемыми, богатые земли, вот особенно на юге. Затем удивительно устройство такое, реки-то все, они вот пересекают всю Америку, реки, это были первые пути сообщения, естественные пути сообщения. Миссисипи течет через всю Америку, это как дорога, проложенная природой самой. Ну уж там водопады, конечно, эти озера изумительные, 5 озер, великие озера они называются. То есть какая-то благодатнейшая земля, которую Бог вот так вот подарил детям своим, которые бежали от произвола и преследований. Преимущественно это были вот верующие люди, бежавшие от преследований, большей частью. Но я должна указать, туда бежали также и за наживой, мы упомянули это, табак там сажать, доходы получать. Бежали еще преступники, которые бежали от наказания. А потом английские власти подумали, что это замечательное место не убивать человека, а туда его сослать, пусть он там живет далеко. Это вроде того, как в нашей стране всех в Сибирь туда или на Кавказ. Ну, то есть, чтобы они тут не мозолили глаза, подальше. Вот. Ну, так же тоже было и здесь. Отправляли туда вместо смертной казни, на свободе оставался, но подальше от метрополии. Как вы видите на ваших картах, этнический состав преимущественно англичане. Естественно, Англия стала считать себя метрополией. Ну, а это как бы колония. Это завязка всего конфликта и будущего образования Соединенных Штатов Америки. Дело все в том, что Англия считала себя хозяином этой земли и считала, что это как бы ее колония. Ну, особенность этой земли, особенность это простор. И заселение Америки требовало большого мужества, предприимчивости. Двигались они часто без всякой защиты, особенно когда было движение на запад. Так. И поэтому тип людей, который там сложился, это был очень особенный тип людей. Вот я все-таки нашла. Я специально выписывала все эти прекрасные характеристики. Значит, я повторю, американское христианство очень значительно, оно в короткое время развилось во влиятельное и жизнеспособное. США сейчас – это сила католической церкви столь же, сколько и реформационный групп. Католики тоже там свободно себя чувствуют. Мэриленд и Южные Штаты – это все католические штаты. Причем католическая церковь свободная. Вы знаете, что когда папа осторожненько попытался
прозондировать почву, нельзя ли там господствовать над католиками американскими. Прозондировал почву он так, знаете, как говорится, лапкой потрогать, как там, как откликнуться на его предложение. Он обратился к тогдашнему правительству с вопросом, какая кандидатура епископа больше подходит вам? Вот хотите ли вы этого или вот этого? И американцы ужасно испугались, что тут они дадут в руки ему власть. Он будет назначать епископов. Он вежливо спросил, что вы хотите. Но вы понимаете, это вообще не его дело. Они уехали из Америки. Они не касаются папства. И поэтому Конституция, которая к тому времени уже будет принята, к ней была сделана первая поправка от страха, от этого вопроса папы. Послушайте, какая поправка. Что никакие религиозные организации, в общем, церковь отделена от государства. И никто не может требовать от государства, чтобы оно занималось делами религии, ставило епископов там или как-то. Вы знаете, то есть вот это отделение, я хочу, чтобы вы вникли. Отделение церкви от государства, это был принцип баптизма. Это был принцип анабаптизма свободных церквей. Это правильно, отделение от государства. Но это никак не значит, что государство никакого отношения к церкви не имеет. В Америке получилось это именно так. Вы знаете ли, что в школах Америки ничего из Библии не изучается? Да, там есть частные учебные заведения, где изучается Божье Слово. Там нельзя повесить какое-то изречение из Библии, например, в учебном заведении. Вы поняли мою мысль, да? В силу этой поправки церковь не имеет права в государственные заведения, учреждения не входить и что-то там делать. Поэтому, когда мы 10 лет учили детей в школе, я рассказывала, такой период был, пустили нашу школу преподавать, то все иностранцы, они диву давались. Говорят, у нас это немыслимо. Зато у них есть частные христианские школы, у них есть частные христианские учебные заведения. Так вы поняли эту мысль, да? Первая поправка, что никаких, ведь этот вопрос папы, обращенный государственным деятелем, кого государство хочет, чтобы они назначили, вот государство отмежевалось совершенно. Церковь – это церковь, государство – это государство. Это светское, это вы должны иметь это в виду, потому что это очень сильно определяет тоже жизнь Америки. Вот. Но, значит, еще в Америке нету каких-то церквей, а там деноминации. Деноминация – это слово номина, номина – это имя. Ну, кто как называется, и все. Потому что церковь предполагается, опять это же какая-то европейская организация, какие-то сложные отношения с государством. Есть церкви во всех странах, кроме Америки, есть церкви традиционные, есть новые. Вот в Америке этого ничего нету. Есть деноминации. Понимаете разницу, да? И еще черта Америки. Она в 20 веке стала основной базой миссионеров. Исключительный прогресс христианства в США подчеркивается его падением в Европе. Падение христианства в Европе. Люди теряют интерес, потому что очень много было крови пролито, очень много насилия. Американское христианство усвоило формы, отличающиеся от исторических форм. Даже география США объединяет нацию, в то время как в Европе
география Европы разделяет. Помните, мы говорили с вами? Север Германии протестантский, юг католический. Их разделяет рельеф. В Америке нету этих разделений. Там реки соединяют, там долины проложенные, там нету разделения, там способность объединиться. Вот. Единство плюс ресурсы, плюс пространство, плюс экономика произвели новый тип человека. Это человек независимый, полагающийся на себя, не поддающийся принуждению, сознающий свои возможности. Все это явилось новым фактором религиозной картины мира. Устройство Америки было в исключительно благоприятное время. Вот вы все это себе наматываете на ус. Дело в том, что европейская реформация обеспечила евангельскую базу для распространения Евангелия. И переселившиеся католики не имели исключительных преимуществ. Это очень хорошо сказалось на католической вере. Они жили своей верой, они распространяли свою веру, но у них не было никаких преимуществ. Католик или протестант, или там квакер, или баптист, нету ни у кого преимуществ. У каждого своя вера, свои там церкви, они могут дружелюбно встречаться. Один не насилует другого, не заставляет другого, не принуждает ни в чем. Католики не имели за собой католической церкви, папы и всех орудий принуждения. Сознаете этот момент? Это же очень удивительный момент. В Европе сложилось и все совсем по-другому. Очень часто у нас сейчас говорят, вот как у американцев, вот почему у них такие отношения с правительством, а почему у нас вот такой трепет. Так потому что вся история совершенно другая. Сейчас мы до правительства дойдем, его устройство. Не было мстительного духа, не было принудительности. Все бежали, англичане бежали от нетерпимости там во время... Карл I был, почему, собственно, его сместили? У него был архиепископ невероятно нетерпимый, злобный, его ненавидели. Вот. Именно англичане в колониях привели на трон Вильяма и Мэри с их актом веротерпимости. То есть вот там из колонии они привели их на трон в Англии. Новый тип христианства в Америке. Я сейчас перечислю особенность этого христианства – это сильный демократический дух, основанный на принципе отделения церкви от государства. Это религиозный индивидуализм, это детище реформации, когда человек верит по убеждению, а не по принуждению. Не потому, что он родился в такой семье, не потому, что его так воспитали, а его по убеждению. Появление соревнования религии. Вы понимаете ли, те люди, которые посещают церковь, имеют очень высокое чувство ответственности. Это моя церковь, я ее поддерживаю, она должна быть лучше других. Широкий миссионерский труд. Это отличается, Америка этим отличается. А широкая организация вне церковных, нравственных и филантропических обществ. Филантропия – это забота о человеке. Значит, когда в Америке появляется какая-то общественная нужда, тут же, какая-то социальная нужда, тут же появляется общество. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Вот, теперь какие деноминации участвовали в колонизации Америки? 6 деноминаций. Это была англиканская церковь, да? Вирджиния. При Елизавете. Это были конгрегационалисты. Куда прибыли? Пуритане, куда прибыли? Ну, в
вчера мы говорили. Британия, Массачусетс. Ага. Вот, конгрегационалисты. Кальвинисты из Дании. Это коннектитут, пресвитериане. Коннектитут. Угу. Лютеране в 23-м году, Новый Амстердам. Римские католики. Это Мэриленд. Для чего? Прекрасные песни об этом Мэриленде сложенные. Хорошим католиком был. Кто? Мэриленд. Мэриленд – это земля Мэри. Мэри – Ленд – земля. Земля Марии. Уж которой Марии? Я не знаю. Баптисты появились в 1638 году. Провиденция и Род-Айленд. Я хочу сказать вам, здесь вот я специально держу, чтобы она не пропала у меня, немножечко об этом Роже Вильямсе. Это Божий служитель. Он прибыл в Массачусетс. Он имел передовые взгляды на религиозную свободу, отделение церкви и государства, демократия. Вот. Его идея от Хельвиса и от Баптистской церкви в Лондоне. И он был в 1936 году исключен из Массачусетса. Потому что вот эти конгрегационалисты, пуритане и вот эти прибывшие пилигримы, они очень дорожили теми, кто давно прибыл. И в церкви они установили иерархию. Чтобы быть полным членом церкви, только полные члены церкви могли решать вопросы. Полный член церкви должен был там сколько-то времени прожить. Понятно? То есть, чтобы стать своим. Не всех. Ну, вы знаете, как это есть уже. Сколько-то лет надо прожить в Ленинграде там, или в Москве, чтобы получить постоянную прописку и быть гражданином. Ну, какие-то есть тоже у нас ограничения. И вот у них тоже в этом роде было. Его исключили за его взгляды. И он двинулся, значит, в другое место и основал Провиденции и Род-Айленд. Это у него так счастливо получилось. А Анна Хатчесон, которая имела такую же судьбу, ее исключили. Она погибла. Она покинула этот район устроенный. По-другому устроиться не могла, где-то ее, то ли она индейцем попалась, в общем, она исчезла, погибла. Так вот, этот первый баптист, Роджер Вильямс, писал, он написал книгу «Кровавые тенета преследований». Ну, где он говорит «Кровавые тенета преследований», где он говорит так: «Вера – это дар, который исходит от Отца Светов. И пока он не откроет глаза слепому, они спят во грехе и мраке, и духовном мраке, в рабстве у сатаны. И этот сон еще крепче, когда меч заставляет их поклоняться Богу лицемерно». Это глубокая мысль, очень глубокая мысль. Что они спят еще крепче, когда меч заставляет их поклоняться Богу лицемерно. Духовный сон – это не неверие, а это принудительная вера. Поняли, да? Всякий момент, элемент принуждения в вере ведет к лицемерию. И лицемерие – это еще более глубокий греховный сон. Вот это, значит, его работа «Кровавые тенета преследований». Вот я могу теперь спокойненько убрать. Я цитату хотела прочитать вам. Ну и в 18 веке новые прибывшие. Первые шесть деноминаций. Ну-ка, запомнили какие? Англиканская, конгрегационалисты, кальвинисты, лютеране, римские католики, баптисты. Пресвитериане. Пресвитериане – это были кальвинисты. Кальвинисты, пресвитериане. А потом новая группа прибывших. Квакеры. Знаете, что квакеров терпеть не могли, баптистов тоже. Пенсильвания. Да, Пенсильвания. Ой. У меня была замечательная картина. Любимые студенты ее увели. Значит,
где изображен этот толстый Пен, который гостеприимно принимает индейцев. Он дружил с индейцами, все воевали с ними, а он дружил. Те приходят, значит, он выкатывает огромные рулоны тканей, торговля идет. А те приходят тоже с какими-то своими приношениями. Женщины детей на руках несут, на дощечках. Дощечка, чтобы спинка была ровная. У них, значит, не пеленали, а на дощечках. Вот индийские женщины. И он, как добрый хозяин, расхаживает, значит, угощает их, беседует с ними. Вот такая идиллия. Индейцы себя чувствовали там очень хорошо. И все изгои, изгнанные из других общин, там много баптистов было. То есть он принимал всех. И у него еще другой город братской любви, Филадельфия. Филадельфия. Это тоже квакеры. Моравские братья там же были. Цинциндорф там тоже приезжал к ним. Методизм сначала не был церковью. Все обряды были в англиканской церкви. Поэтому сначала мало распространялись. Ведь Весли требовал верности королю. Вы помните взгляд особенный Весли? Он не стремился создать отдельную церковь. Только после его смерти вот, они организовали церковь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.